Итак, это будет один день в Краснодаре. О, а куда идти? В таком вот замечательном месте. Ну что ж, Краснодар. Мой день начинается. Здорово. Привет. Смотрите, что нам дают. О, сырники принесли. Ты с нами ешь? Не пугай меня. 7:30. Не, у меня 8:30. А что это у тебя позже? У вас, видимо, долгий грим. Блин, может, сырничек украсть? Это вообще сырники? Ладно, уже поздняк. Чё ты стой ешь? Садись, герой. О, у нас сегодня миллион актеров. Ребят, чё снимаете? Кино. Про кого? Не знаете, да? Просто забыли название, так и скажите. Ой, ладно, пойду возьму обед. Обед-то хочется же взять. Начинаем обедать. А вот и Наташкин обед. Правда классно же, да? Девчонки, ну вы наелись, скажите. Как обед вам вот? Впечатляющий, я бы сказала. Я даже не поняла, что съела. Сейчас мы подслушаем, что говорят. Здрасте. Что такое? А, это которые, знаешь, типа курицу берешь и так вот, вертишь. Да, да, это она, это она. А где твой вагончик? Там, за домом. А где парни? Все парни? Да. Чё, подсмотри, что они делают. Смотри. О, привет. Что вы делаете? Мы, к сожалению, вот жалко, что мы ничего не делаем. Хорошо лежишь и красиво. Мы только собрались чем-то заняться. И рана просто зашла. Рана зашла, блин. Ну и все, я тебя вставлю теперь в зуб. Может, нам как-то так... А вот Николай очень хорошо лежит. Мужественно лежит. А я как-то скромный. Ну ладно, мы о тебе вспоминали, поэтому ты очень вовремя. Скажи, я вспоминала тебя. Я вспоминала тебя, дядька. Там сейчас сколько народ смотрит нас? Сейчас вас никто не смотрит, не переживай. Какие красивые леса. Очень красивая, конечно, здесь природа. Природа, небо и мои сапоги, конечно же. Самые потрясающие. Видали? Приветики. В лужу наступила. Конечно, немножко прохладненько. Вон Кристина стоит. Девчонки, привет. Что делаете? Кино снимаете? Кристин, как дела? Ян, как дела? Когда шапка? 19-го, наверное. 18-го. 18-го последняя смена. А я надеюсь, вы меня вызвали на эту смену? Вы, пожалуйста, эту информацию надо срочно как-то проверить. Так, ребяточки, смотрите, какой красивый домик тут в Краснодаре. Кстати, в Краснодаре в основном все живут в домиках, даже в центре города. А, у людей тут бассейн, между прочим. Жалко, я купальник не взяла. Итак, представляю вам типичный краснодарский домик. Ну, может быть, он, конечно, не типичный, я не знаю. Беседочка, видите, какая чудесная. А, это летняя кухня. Да, класс, я считаю. Класс. Шашлычка бы можно и забахать. Пойдемте посмотрим, что на съемках творится. Можно здесь идти, интересно? Вот, чуваки работают. Видите, как типа работают они, да? Так. Вот видите, как кипиш. Камерка. Наши операторы. Ой, что такое? Что такое? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что снимаем? А что за сериал? Про жизнь. Так, Женя. Макеева, вставай за стойку регистрации. Угу. У нас есть еще одна медсестра? Есть. Давай. Я хочу медсестру сыграть. Всегда. Давно хотела. Да, пожалуйста. Давно хотела медсестру сыграть. Раз, два, три. Сейчас сделаем. Ах ты как. Крутяка? У тебя так делает камера? Да. О. Что происходит? Ну, тебе надо играть, конечно, кого-то из врачей, да? Доктор Хаус. Хаос. Вот именно доктор. Просто хаос. Где зажимы? Ой, так, хаос. Вот мне кажется, мне сыр привезли. Вот, а ребята краснодарские. Омские?
Ну вот, я просто про Краснодар снимала влог, хотела рассказать, какие классные краснодарские парни, но извините, классные омские парни. Блин, это надо прям снять. Спасибо вам огромное. Ребята, спасибо вам огромное. Представляете, мне еще и сыр сегодня привезли. Чуете, да? Здесь еще сырочек приехал. А?